Всем приветики! С вами Милис, и мы продолжаем играть в Хогвартс Наследие. Так что бери вкусняшки, надевай наушники и обязательно поставь свой царский лайкосик, мне будет очень приятно. И все, поехали! Так, все, теперь в этой серии мы наконец-таки идем к Натан. И что это за штучки такие? Это что такие? Это шарики, какие-то ножки, осьминожки, я понять не... Ага, еще не хватало здесь скримеров-то найти, а? Ну, елы-палы. Так, мы в итоге идем к Натан, в нижнюю какую-то там деревушку. Что-то она от нас хочет, хочет с нами поговорить. Барашек! Барашек, привет! Здравствуй! Какой барашек классный! Классный, но на это, на шкуры я тебя не буду пускать. Ладно. Сколько тыквы-то много. Курица, это вы так топаете? Нифига себе, твою медь. Ни хрена себе они топают. Здесь может быть опасно, поэтому стоит вести осторожней. Кстати, а что это такое на карте? Давайте глянем. А давай глянем. Я решила пешком пробежать, потому что у нас нету телепорта в те места. Сумка. Ваши ячейки снаряжения заполнены. Блин, у нас заполнены ячейки. Так, инструменты смотрителя. Хорошо. Опыт есть, опыт получен. О, и тут у нас что-то. Монеточки хотя бы. Это меня радует. И мы все еще с этой книжонкой ходим, с руководством. Ладно. Нам надо, короче, быть в той деревушке хотя бы попродавать все, а то это кошмар. Так, там где-то что-то есть. Я даже не пойму, где и что. Ну да ладно, у нас все равно нету никакого этого места в сумке. Мы ничего не сможем подбирать. Кстати, светлячки, светлячки, красиво. По-моему, графика чуть-чуть улучшилась. По-моему, да. Я чуть-чуть там почёта подняла, и вроде поприятнее даже стало. О, вот и Натан. Здравствуй, Натан. Здравствуй. Как? Чё ты хочешь от меня? Рада тебя видеть, подруга. Привет, Нати, ты как? Оправилась после нашего памятного визита в Хогсмид? Я в порядке, но беспокоилась о тебе, дружище. Ведь за тобой охотятся Нранрок и Руквудс Хэрлоу. Сейчас со мной все в порядке. Мы об этом не говорили, но я надеюсь, что теперь ты мне расскажешь, почему они тебя разыскивают. У меня одна вещь, которая им нужна. Или не могу сказать. Да, в принципе, я думаю, можем сказать. Она как бы уже подруга, она не похожа на какую-то плохую, наверное. Им нужна одна вещь, которую мы с профессором Фигом нашли в Григотсе. Когда это тебя занесло в Григотс? Как раз перед приездом в Хогвартс. Из-за этого я и опоздала на церемонию распределения. Мы попали туда через портал, когда нашу карету напал дракон. Ничего себе. И есть еще кое-что. Честно говоря, это как-то странно. Профессор Фиг говорит, что у меня редкая связь с некой мощной формой древней магии. Ты говоришь о магии, которая помогла сражаться с троллями в Хогсмиде? Думаю, да. Я и сама еще толком не знаю, но я вижу ее следы и применяла такую магию, которой не могу найти объяснения. Я знаю, что это трудно принять. Это уж точно. И у меня еще масса вопросов. Но пока давай остановимся на том, что Руквуд и Хэрлоу представляют угрозу для нас обоих и для всех остальных. Поэтому я и хотела с тобой поговорить. В тот день в Хогсмиде я кое-что поняла. Я увидела такое мужество во время боя с троллем и отвагу Сироны, бросившей вызов Руквуду и Хэрлоу. Ваша смелость и меня вдохновила на решительные действия. Какие действия? Мы с мамой покинули Метабелленд из-за таких людей, как Руквуд и Хэрлоу. Я не намерена сидеть сложа руки и смотреть, как они разрушают мой новый дом. Руквуд и Хэрлоу и сами по себе опасная парочка, а теперь они еще и с Ранроком спелись. Тем больше причин их остановить. По слухам, Теофил Хэрроу заправляет делами шайки Руквуда. Если справиться с ним, то вся затея Руквуда пойдет прахом. Может и так, но разве негодяй вроде Хэрроу не должна заниматься Костебельсинтер? Я с ней говорила, но она была очень любезна, но по понятным причинам не стала обсуждать подробности с учеником.
Я подслушал разговоры бандитов Рукуду о незаконной ловле волшебных существ, которую размышляет Харлоу. Подумал, что ты можешь разузнать об этом побольше, собрав доказательства его вины для констебля Сингер. Хорошо, но как? Я буду внимательно смотреть и слушать. Выясню, что именно замышляет Харлоу. Как что узнаю, сообщу тебе. А пока помни, я всегда готова прийти на помощь. Спасибо, Нати. Блин, будь начеку. Блин, Нати такая хорошая. В чем дело? Как вы смеете мне угрожать? Что здесь происходит? Я без понятия, но сейчас сходим туда. Сейчас я хочу просто попродавать тут все. Тут есть где-то лавочка? Да, я вижу эту лавочку. Но мамочка, Арчи, мне никогда не спорить. Я тебе 100 раз говорила, чтобы ты не ходил далеко от дома, особенно когда я внутри с твоей сестренкой. Ля-ля-ля-ля-ля. Они такие красивые. Этих крылья, лошадки. Ну все, хватит. Я слишком устала сегодня, чтобы услышать твою историю. Оставайся здесь, где я могу видеть тебя. А теперь, может, нарисуешь еще чего-нибудь для меня? Так, хорошо. Нам точно не в этом месте. Надо что-нибудь допродать. Так, где-то в другом месте, видимо, в другом месте есть лавочка. А, нет, не она. Но близка. Вот. Вот, здравствуй. Здравствуй. Это ты тут, барыга, нынче Джелал? Здравствуйте, сэр. Чем вы здесь торгуете? Здравствуйте, меня зовут Джелал Семхи, а это моя лавка зелий. Я готов ответить на все ваши вопросы о нашем городе. На товары, пожалуйста. А что у вас можно купить? Да мне все равно, мне продать надо. Что вам сегодня предложить? Да ничего мне не надо предлагать. Я сама тебе все предложу. Так, это намного ниже, чем у нас. Мы это так что можем спокойно продать. Хорошо. Так, вот это тоже намного ниже. Это тоже. Вот это тоже намного ниже. Это мы все продаем. У нас просто места нету, понимаешь? У нас нет места. И вот это мы продаем. А это наши перчатки или нет? А вот это наша? Нет. И наша? Нет. Я просто не знаю, что она... О, сумеречный плащ. Он покруче будет. О, это 10 левела, а это 9. О, фраг цвета. Перванш. Так, хорошо. Вот эти очки тоже, типа, ниже. Так, вот это, типа, тоже ниже. Это как раз таки такого же. Так, что у тебя есть? У тебя есть пиявочный сок, используй для приготовления зелья Максима, так и грозового напитка. Шляпки поганок, златоглазки. Ну, значит, что-то неинтересно. Спасибо. Да, спасибо. Хорошо, очень приятно было с тобой познакомиться, но я хочу знать, что я хочу посмотреть свое снаряжение. У меня перчатки, во-первых. Во-первых, у меня самые лучшие перчатки в мире. Это понятно. Во-вторых, у меня есть шляпка. Ага, только она 10 левела. Мне до него еще расти и драсти. А что у меня растет? Чуть-чуть осталось там. Так. Ага, чуть-чуть реально осталось мне до этого. Так, здесь мы все продали. Здесь мы... Кстати, это намного лучше плащ. Это 9 нападения. А здесь нападение 20. Ну чё ты как, пьеса бабуля, все равно какая-то. Ой, господи, стрёмно. Может, это по цвету? Ой, нет, кошмар. Совсем бабский. Так, ладно, все, это у нас все отлично. А, давай, я остальное тебе продам, быренька. Быренька, чтобы у меня место было. Да мне не важно, давай, я хочу. Не хочу я с тобой болтать, мне надо просто все продать, быстро. Вот, я продаю вот эти очки. Ага, я продаю вот это. Ага, и я продаю вот это. Ага, все, вот эта шляпа у меня остается. Все, замечательно. Теперь мы, знаешь, куда пойдем? А теперь мы обыщем здесь все. Не уверена, что смогла бы тут жить. Какая-то штука коллекционная, интересненько. Зеленая шляпка. Так. Ага, в этом доме еще что-то есть. А давай заглянем.
Ай, замочек, 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 замочек. О, рябиновый отвар, классно. Так, к нему, видимо, еще надо тоже подойти, поболтать с ним. Задание какое-то, походу, получить. Так, ну я вас тут немного пошуршу. Вы же не против, я надеюсь, да? А, и чего вы будете против, да? Я ж ничего плохого не сделаю, просто тут все пообыщу, что-то возьму, ничего, я хороший человек. Это что, за кузница? А. Ага, стоп, надо обойти. Надо обойти. Вот сюда. Вот сколько всего-то, ты посмотри. Ага, от меня не спрячешь. От меня это не спрятать. И тут даже сундук есть. О, сколько всего. Изящный комплект одежды кобальт. Ой, господи, там такая красота, походу. Так, ну, в принципе, в этот дом я попасть не могу. Ну, значит, и все. Значит, все. Больше нечего тут делать. Давай, подойдем. Ни за что бы не подумал, что сторонники что-то... Чё? Прошу прощения, у вас что-то случилось? Можно сказать, что да, я больше не могу вести дела, и к тому же едва не лишился жизни. Вам стоит поискать товары в других местах. Мне теперь нечем торговать. Никогда не думал, что дойдет до такого. Теряйте бдительность. Не теряйте. Ранрок и его сторонники никогда не пощадят. Никого. Они напали на вас? Ранрок не терпит гоблинов, которые не хотят к нему примкнуть. Мне бы хотелось тоже, чтобы волшебники относились к гоблинам как к равне. Но я считаю, что для этого нужно... пролить кровь. Когда я сказала им об этом, они вышли из себя, избили меня почти до потери сознания, отняли у меня тележки и все мои пожитки, и даже забрали самое дорогое. Мои картины. Вы упомянули, что они забрали ваши картины. Вы художник? Да, это мое призвание, хотя многие полагают, что это необычное занятие для гоблина. Большинство моих родственников занимаются металлами и работают в Гринготсе. Готов поставить свою лучшую кисть, что сторонники Ранрока не ценят моей работы, и все хвосты будут на растопку. Теперь я остался без своих тележек и средств к существованию. Кто знает, когда я смогу что-то там выжить. Очень жаль, что с вами такое случилось. Если увижу ваши тележки, обязательно вам скажу. Это очень мило с вашей стороны, но я думаю, что их утащили в лагерь к западу, юго-западу отсюда. Дорога туда проходит возле руин. Пытаться их вернуть было очень тяжкой задачей. Правда, заколдовал тележки, чтобы они вернулись ко мне в случае потери. Хотя шансы невелики, я все еще надеюсь, что смогу вернуть себе часть украденного. Было приятно познакомиться, жаль, что при таких обстоятельствах. Да, мне тоже было приятно познакомиться на самом-то деле. Очень хороший ты человечек, гоблин. Очень. Ну, короче, мы такие поплыли. Кстати, мы там столько всего насобирали. Мне теперь очень интересно. Не, давай-ка вот сюда зайдем. Здесь намного удобнее. Да, блин. Вот, здесь намного удобнее. Так, смотри, у нас снаряжение. Палочка. Так, у нас что, палочка обычная? Королевская розовая. Королевская розовая. Господи, какая красивая. Иди твою за ногу. Все, я нашла свою лучшую палочку. Кажется, можно заканчивать игру. Я нашла то, что хотела. Все. Великолепно. Великолепно. Так, 19. Треш. Ладно, будем ходить с этой шляпкой. Кошмар какой-то. Ё-моё, ну какой из неё, блин, волшебник? Бабка какая-то. Ой, вот что мы даже нашли. Классно, что-то крутое нашли. И, по-моему, мы нашли какой-то... Нет, не плащ. Ага, ладно, все. Сейчас мы как апнемся. Мы сейчас как апнемся и все наденем. Мы все наденем. Все, что увидим, все наденем. После того, что Ранрок сделал с тем гоблином банкиром, Григоти, ничего. Нечего удивляться. Дальше произошедшему. Так. Можно попросить тебя помощи? Ну, что ты хочешь? Привет, ты что-то хотел? О, да, Пола, не меса. Мое имя Грейс Пинчмедли. И да, я из тех самых Пинчмедли, что из Бата. Я не знаю их. Я так надеялась, что кто-нибудь сюда придет, а то я уже готова была нарушить волю отца, хоть потом никогда бы себе этого не простила.
Видишь ли, мне нужно достать со дна озера одну вещь. Не можешь ли ты мне с этим помочь? Каким образом? Отправиться на дно озера не самая привлекательная перспектива. О, прошу тебя, не отказывай сразу. Возможно, ты передумаешь, узнав, в какой ужасной ситуации я оказалась. Может быть, что именно ты хочешь искать и почему? Много лет назад мой дедушка, считавший себя настоящим астрономом, отправился с бабушкой со станции Хоксмит в короткое плавание, чтобы понаблюдать за звездами. Во всяком случае, так сказал. Но они так и не вернулись. Мне очень жаль, что с ними случилось? Никто не знает, что там произошло на самом деле. Вот только ни они, ни лодка из этого плавания так и не вернулись. Предполагается, что они утонули. Мой отец так горевал, что навсегда запретил кому-либо из нашей семьи даже приближаться к Черному озеру. Той ночью вместе с ними пропала ценная семейная реликвия — астролябия. Если ты нырнешь в озеро и достанешь ее, я надеюсь, что отец хоть немного развеселится или утешится. Даже не знаю, рисковать жизнью ради ненужной, но памятной вещицы. Понимаю, но если вернешь мне астролябию, я буду вечно признательна. А если найдешь там еще что-то, можешь забрать себе. Конечно. Будь она мне признательна. И все? Я проанализировала последнее предполагаемое местонахождение судна, топографию озера, карты глубины и график приливов. Поэтому уверена, что она где-то здесь, ядрах в 200 от пристани. Мы будем счастливы, если тебе удастся вернуть нам дедушкину астролябию. Она мне будет просто признать. Надеюсь, ты найдешь эту астролябию, она очень много значит для нашей семьи. Похоже, ее астролябия где-то в северо-востоке от причала. Нужно нырнуть и посмотреть. Угорать, она будет просто мне признательна, даже награду никакую не даст. Скажет просто спасибо за то, что я пожертвовала своей жизнью ради какой-то фигни. Они должны были здесь проходить, думай. Что у вас случилось? Никого я тут не видела. Я занимаюсь исследованиями, и мне некого выслушивать. Некогда. Виктору Руквуду плевать на твое время. О, ловца и зверь бежит. Мистер Руквуд хочет перекинуться с тобой словечком. Вы за учеников взялись, да вы? Оставь ее в покое. Остреби меня. А ты кто такой? Я буду наблюдать, как в твоих глазах гаснет жизнь. В разделе коллекции вашего руководства появились новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об уязвимостях к определенным заклинаниям. Так. Руководство, нам кажется, сказали, да? А где руководство? Испытание? Так, страница... А, бой. Наверное, вот это. Нет. Нет. Коллекции? Нет. Вот. Вот они. Так, дуэлянтка банды Пепламбы. Будучи из самых быстрых членов банды Руквуда, эти ведьмы способны удивить своих противников тактикой ведения боя спина к спине. Их мощное взрывное заклинание невозможно заблокировать щитовыми чарами. Если прервать эту атаку с использованием режущего заклинания, они начинают кружиться, теряют контроль и могут невольно атаковать одного члена своей банды. Вот оно что. Хорошо, что мы прочитали. То есть щит не действует. Эти недобросовестные волшебники не смогли владеть щитовыми чарами, поэтому они уязвимы для всевозможных атак. Так, ну это понятно. Так, ну хорошо. А! Ай! You're a bit chilly with your skills, aren't you, sweetheart?
Что это вообще такое? Как они посмели так себя вести? Притом неподалеку от Хогвартса. Да, только меня волнует, что у меня хпшек нету. Жесть. Я съела все свои хпшки. Пипец. Вы в порядке? В полном, и во многом благодаря вашему мастерству в защитных заклинаниях. Не объясните ли вы, почему двое Пеп Ламб готовы были отправить меня на тот свет, лишь бы добраться до вас? Пеп Ламб? Грабители-вымогатели. Подельники Виктора Руквуда. Похоже, они очень вами интересуются. Это долгая история, но благодарю за помощь. Ну что ж, на сегодня вам удалось от них избавиться. Прия предупреждала меня, что здесь становится все опаснее. Лучше продолжим исследование, пока они не вернулись. Тут Каприя. Вы упоминали некую Прию. Кто это? Да, это моя подруга. Именно благодаря ей я заинтересовалась Мерлином. Она дала мне книгу о нем, когда мы учились вместе. Трудолюбивый, как и все, пуффендуется. Великолепно варит зелье. У нее все своя лапка в лесном дрюшке. Она странствующий торговец. Раньше меня узнала обо всем этом. Вы проводите исследование? Нора Тредвилл, к вашим услугам. Историк и археолог, специализирующий в изучении профессионального и жизненного пути Мерлина. Невероятно. Тот самый Мерлин из легенды о короле Артуре? Он самый. Вы ведь знаете, что Мерлин учился в Хогвартсе, а я изучаю некоторые интересные приспособления, которые он здесь составил много веков назад. Приспособления? Этих колонн, увитых виноградом, здесь множество. Я привыкла называть их «испытания Мерлина». Я считаю, что он создал их как развлечение для друзей слизеринцев. Он так любил всякие загадки и головоломки. Это удивительно. Понимаю, что отчего Мерлин вам столь интересен. Мне не терпится узнать побольше об испытании. Хорошо, тогда расскажу вам маленький секрет. Никому еще не удалось разобраться, как они работают. Но я думаю, я только что обнаружила ключ к разгадке этой тайны. Подозреваю, что сладкая малива – важный компонент, приводящий в действие механизмы испытания. Сладкая мальва? Растение универсального применения. Мерлин постоянно упоминал ее в своих трудах. Я как раз добралась сюда, чтобы проверить свою теорию. И тут меня тут грубо прервали. Видите, в центре каждой спирали в поисках записках Мерлин находится символ. Это навело меня на мысль, что... В центре символов нужно поместить сладкую мальву. Вот именно. Не поможете ли мне с этим? Посмотрим, что получится из нашей маленькой гипотезы. Айя, давай, мне нравится с тобой работать. Я привезла с собой целый сундук сладкой малевы. Он возле моей палатки. Хорошо, я принесу, я хорошенькая. Вы про этот сундук? Да, берите побольше, даже если у вас уже есть. Теперь у меня есть сладкая малева. Это типа листочки? Отлично. Теперь обратите внимание на лозы вот здесь, на колоннах и на спирали на земле. Эти элементы в каждом испытании. Бросьте сладкую малеву на спирали, посмотрим, что будет. Ничего себе, видели? Лозы исчезли. И что теперь делать? Это никому не известно. Интересно, что это поминальные огни. Может зажечь? Ну, почти. Мерлиновая борода. Если зажечь огонь, колонны уходят в землю. Уже, кстати, светает на самом-то деле. Ага, и все. Любопытно, огни снова погасли. Вот еще один огонек. Ага, их получается три. Вау! Мерлиновая борода, как красиво! Согласна.
Только, по-моему, в мой лексикон. Ну и денёк, даже не верится. Мой лексикон скоро добавится ругательство. Мерлиновая голова. А, борода. Ну и голова теперь. Ой. Мы полагаем, можно сказать, что мы достигли успеха? Конечно, можно, но теперь у меня еще больше вопросов. Как все это работает? Нужно свериться с записями. Вдруг уж я что-то упускаю. Все эти испытания такие? Не совсем, но я думаю, при каждом есть эти характерные лозы. Если наткнетесь на них, разгадывайте на здоровье. Думаю, у меня уже есть все необходимое для дальнейших исследований. Думаю, для каждого из них потребуется сладкая мальва, которую всегда можно найти в Хоксмите, если понадобится. Вообще-то, мне уже пора. Очень рада была с вами познакомиться. А Рэшо, мне тоже очень приятно. Берегите себя. А я узнала все, что хотела, и теперь могу вернуться домой к своим книгам и записям. Так, это задание завершено. О, на карте там есть что-то красненькое. О, видишь, хищник какой-то ходит. Вот он. Ладно, но мы не будем туда подходить, нам туда не надо, в принципе. Явочный сок. О, кстати, неплохо. Теперь у нас пиявочный сок есть. А мы его вот недавно могли купить в лавке у того мужчины. То ли дедули, не знаю. Теперь он у нас есть. Посетите мистера Оливендера в Хоксмиде. Не, ну Хоксмид давай пока не будем. А что у нас тут есть по заданию там? Что у нас тут есть по заданию там? Сотрет Академии Маски. Это что такое? Блин, я могу это как-нибудь приблизить, вот. Испытание Мерлина. Листья сладкой мальвы. Этой головоломки предпочтительно создана Мерлина, выгодное увеличение. Понятно, это что? Так. Ого. Это что за задание? Ничего себе. Так, ну, может, мы сюда сходим, еще одну загадочку решим? Почему бы нет? А давай сходим. А, только я хочу это отслеживать, конечно же. Я бы хотела это, конечно, отслеживать. Ладно, вот так, думаю, проберемся, пройдем. Интересно, когда мы научимся раскрывать замки, вскрывать замки, раскрывать? Да, не знаю. После того, что Ранрок сделал с тем гоблином-банкиром? Так, это мы уже знаем. Ага, вот и недалеко, кстати, на самом деле. Здесь будет загадка или просто листья мальвы? Мне вот интересно. Я знаю, что это такое испытание Мерлина. А у нас есть сладкая мальва? Есть. О! Так. Что дальше? Так, что дальше? О, яйца! Яйца пепламбы. Это мы будем, если что, делать рябиновый отвар. Во, это отлично. Отлично. Хорошо, тогда где-то еще должно быть. Вот они. Ой-ой-ой, переборщила, малёк. Переборщила.
Все, отлично. Должно сработать. Сам Мерлин бы гордился таким достижением. Конечно. Ты... Только что она нам дает, конечно, непонятно. Пройдите испытание Мерлина. Испытание выполнено. Хорошо, это, конечно, классно, но что нам дало? Мы его прошли, ну чё, ну никакой разницы, что мы его сделали, что бы его не сделали, блин. Ага, овцу только шлёпнули. Так, хорошо, куда дальше пойдем? Куда мы пойдем дальше по карте? Давай посмотрим. Так, давай-ка... Тут еще одно есть испытание Мерлина. Пока мы будем идти, наверное, назад, мы как раз-таки его выполним. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Потихонечку будем это все выполнять. Для чего ж это все создали, а? Чтобы мы выполняли. Да, вот такие вот делишки. Блин, так красиво, красивое дерево. Сакуру напоминает. Обожаю. Обожаю сакуру. Так. Так, ну, тут вроде бы недалеко, да, в принципе, и до Хогвартса недалеко. Нужно осмотреться. Ну, вот что-то вот здесь вот есть. Ага. Что-то и правда есть там. Ну, хоть не упало сильно. О! Это за штука? А, сок! Мурлокомля. О, это хорошо, это хорошо. Это, по-моему, тоже для... Зелье рябиново. Так, вот это что за штука? А нам точно надо сюда идти? Мы готовы к такому? В смысле, ты как будто в воде, но тут воды-то нет. Сундук! Лесной шар с плющом. О, и он даже намного получше на самом-то деле. Класс. Так, тут что-то есть? Нет? Блин, меня как будто водой кто-то обливает. Что за дела? Странно. Очень странно. Странно, странно, странно. Так, все, выходим. Так, это мы все сделали. Теперь можем идти дальше. А это что такое? Так. А что с этим сделать? Я вот понять не могу. Может, как бы... Странно. А, запрыгни. Так, может, нам как бы... надо поменять что-то. У нас есть какое-то, может, заклинание. Это освещение. Это у нас постройка. Давай посмотрим сейчас построечку. Может, что-то с постройкой будет связано? Нет. Нет, не получается. Странно. А что это за штука тогда? Ну ладно. Ну ладно. Нет, так нет. Ну хорошо. Так, мы можем вообще по горе вот тут пройтись, наверное. Немного сократить себе путь. А, прям здесь? О, хорошо. Time, да, это снова Мерлин, давай. Так. А это что такое? Так, я никак не смогла с той штукой разобраться. Мне кажется, что это попозже мы выучим или сможем посильнее двигать такие большие камни.
потому что она никак не двигается, а его именно надо подвинуть в ту яму большую, оно никак не двигается, короче. Так что, видимо, это на потом оставим, пока мы не можем. Так что сейчас мы идем по заданию. Здравствуй. Спасибо, что пришли. Мой друг профессор Фиг высокого мнения о вас и вашей находчивости. Он не вдавался в подробности, но упомянул, что вам удалось раскопать некую потайную книгу. Я подумал, может, вы согласитесь провести для меня небольшое расследование. Конечно, мистер Оливендер. Похоже, это как раз по моей части. Чудесно. Видите ли, около века назад из этого самого магазина пропала фамильная палочка из яблони с сердцевиной из крыла феи. Моя двоюродная бабушка заподозрила в краже ученика по имени Ричард Галкрат. Он работал у нас помощником, и однажды... Ричард Галкрат? Как птица Галка. Кстати, известно, что он часто бывал в советнике Хогвартса. Конечно, мы там искали, но волшебной палочки не нашли. Правда, они нашли ряд статуй, похожих на галок. Это наверняка подсказка, но не могу понять, что именно означает. Говорят, Галкрат болтал о каких-то странных страницах с карты, которую он украл у Пивза. Как понимаете, от полтергейста не удалось добиться толку. Да, это мы знаем. Я обязательно ее поищу, вы многое мне поведали. О, вы вселяете надежду в сердце старого мастера. Профессор Фиг был прав, у вас выдающиеся способности. Спасибо. Спасибо. Ну, что мы там будем болтать, ну, мы все кратко поняли, молодцы. Так, вот она. Идем по ней. У нас вот, смотри, сколько у нас заданий. Смотри, сколько заданий. Второго уровня даже. Ай, жесть. Жесть. Так, есть фамильная реликвия Оливандера. Это типа главное задание? Я вот понять не могу просто. Ага, основное. Вот у нас есть задача. Задача профессора Геката. Дальше. Взаимоотношения, побочные. А, это выполнено, я же думаю. Так, хорошо. Это, конечно, пятого уровня, но... Посмотрим, куда нам идти надо. Куда нам надо идти теперь? Фамильная реликвия Оливандера, да. Так, исследуйте Совятню. Совятню? Совятня? Это где? Это где вообще такое находится место? Совятня ваша. Так, Стоямба. Это где вообще? Это где... Нифига себе, куда мне надо идти? Вы чё угораете, блин, а? Забавно, забавно. Так, нет, нет, нет. Давай карта Хогвартса. Смотри, что мы сделаем. Мы, пожалуй, переместимся. Вот смотри, куда? Сюда. Наверное, вот сюда. Ага. А давай-ка мы, смотри, переместимся вот сюда, и сейчас по пути мы как раз откроем те перемещения. Во! Во, какая идея пришла мне в голову, да? Да, пока у нас загрузочка, не забудь прожать лайкосик вот там вот внизу, да? То-то. Обязательно, обязательно. Да. Так, значит, мы через Хогвартс сейчас пройдем. Получается, по пути мы откроем все перемещения, чтобы мы смогли потом в дальнейшем перемещаться. Задание обновлено. Поле призывателя матч... Ой, да идите в баню, отстаньте от меня, прошу, отстаньте. Все, хватит с меня заданий. Уже просто не знаю, чем жевать. Слишком много. Так, это мы открыли точку. Хорошо. Хорошо, это мы открыли. Дальше. Дальше по пути еще где-то должно быть около двух. Вот еще одна. Хорошо. Так, ну вроде нема больше. Ладно. Я думала, там больше было. Ну да ладно. Так, вот это мы соберем на всякий случай. Это нам все равно пригодится. Любой лут нам пригодится. Любые ресурсы нам всегда пригодятся. А это собрать надо шляпки. Отличненько. Вот надо гулять, чтобы собирать ресурсы, блин.
хорошая мамошечка. Грибочки насобирали. Какие мы молодцы. Еще грибочки. Смотри, сколько грибов. Блин, у нас сегодня грибной день, я смотрю. Они типа спрятались, что ли? От меня эти опята. А, у нас там даже еще какое-то задание, походу, есть. Интересно. Лунный камушек. Так. Ревелио. Должна быть статуэтки, о которой говорил мистер Оливендер, где-то наверху среди столов. Сов. Кстати, мы еще можем переодеться. Мы можем переодеться, мы-то уже 10 левела. Мы можем все напялить на себя. Его красивые. Блин, совушки. Красота. Так, а насколько это высокая башня? Скажите мне, пожалуйста. Ревеля. Совушка, не обращайте на меня внимания. Я пришла, чтобы помочь другу. Ну и где же эти статуэтки? Так, раз то это, я же видела такие ручки. Акция должна собрать там взаимодействие. Тут пустые навесы, как раз подошли бы для галакс. Или статуэток галакс. Ну, заберу. Это мне пригодится. Но забираем это все дело. Здесь нету статуэточки. Так, совушки, не пугайтесь, пожалуйста. Это мое. Это я забираю. Так, ага. Так, что у нас где еще есть? О! Это мне. Совы Хогвартса. Сов, принадлежащих школе или ученика, можно найти в совятнике Хогвартса. Рекомендуется внимательно смотреть под ноги, чтобы не вступить. Ага. Короче, как обычно. Да, неплохо. Так. Так. Ну и здесь больше нет на самом деле ничего. Может, мне надо на это? Наверх? Птицы высоты не боятся. Глянь-ка я чуть повыше. О! Нет! Нет, постой, моя хорошая, постой. О! Там, блин, улетело что-то. Там синтрониза, короче, улетело. Ай-яй-яй, не надо, подожди. У нас сегодня самая милая серия. Совушки какие-то. Не-не-не, вот. Вот. О, страница. Так, ага, если... Ага, и свечи я могу зажечь, получается... своим светлячком и что-то в ночное время, какие-то ворота, что-то будет. Карта с пропавшими страницами, она, похоже, никак не оставляет. Оставлю пока себе, там летает страница, зараза. Вот, поймала. Так, а вам Люмос. О, страница из руководства. Хорошо. Nothing. Пусто. Ага. Так. Интересно, мы хорошо уроки там пропускаем? По заклинаниям. Заклинаниям. Заклинанием или как? Мы все шляемся и шляемся где-то. Неплохо. Ладно, собираем. Что тут еще у нас валяется? Ревелия. О, что происходит?
Куда меня уносят? Ну, я еще летать не научилась. Ой, господи боже. Не может быть. Неужели кто-то разгадал мою загадку? Столько лет прошло. Браво. Не могу порадовать. Если нужно что-то спрятать, лучше места не найти. Ричард Галкрат, к твоим услугам. Тот самый Ричард Галкрат? Значит, мистер Оливендер был прав. Верни ему семейную палочку. Господи, я и забыла твоей палочки. Уверяю, при себе у меня ее нет. Ну, еще бы. Скорее всего, уронил в пещере в тот момент, когда я лишился головы. Ох, как же глупо было идти по той карте. По какой еще карте? Да, ерунда, нашел ее на каких-то старых пожелтевших страницах, вырванных пивзом. Хотел понравиться девушке. Впрочем, это уж совсем другая история. Итак, ты украл палочку, а потом шел куда-то по карте, обнаруженной тобой неких страниц, которые ты стащил у пивза. В таком изложении звучит как полный бред, но да, все верно. А тебе зачем какая-то старая палочка? Она мне нужна. Не мне нужна мистеру Оливендеру. А мне нужны страницы. Может, они в той же пещере вместе с палочкой? Точно. Предлагаю встретиться на опушке запретного леса. И я охотно покажу тебе, где найти страницы. Отлично. Раз уж это единственный способ достать из страницы, встретимся там. Можешь забрать палочку и страницы, если, конечно, тебя не беспокоит, что там. Ну, в общем, мои обезглавленные останки. Класс, мы нашли друга-призрака, так еще и без головы. У-ху! Ладно, на этом, я думаю, мы приостановимся и продолжим играть уже в следующей серии, так что не забудьте обязательно поставить свой царский лайкосик, напиши что-то в комментариях, как тебе игрушка, как тебе совушка, в принципе, и все, все ссылочки в описании, и всем пока-пока.